Ну, все, что вы видели в предыдущем сюжете, просто хорошая постановка, в которой тонко переплелись мастерство операторов, монтажеров и ярко выраженные театральные таланты объектив сотрудников. Сразу же предупредим наших доверчивых зрителей, что все снималось после вечернего выпуска новостей и вышло так удачно благодаря заразительной энергии режиссера-постановщика сюжета Дмитрия Кириллова, которому удалось расшевелить уже мертвое к концу рабочего дня медиа-царство. В тот вечер на самом деле в новостейной комнате оставалось 3 незанятых в съемках журналиста. Остальных действующих лиц Митя достал из соседних комнат. Каждому рассказал, что надо делать, потребовал правды жизни и осмысленного взгляда. Под горячую руку попал и единственный действительно работающий – оператор. Я в процессе, меня сейчас, пожалуйста, не отвлекать. Вот, я, у меня мысли, понимаете? Понимаем, Дмитрий Кириллов, понимаем. Мысль – существо пугливое, улетит не поймаешь, а главное – не докажешь, что она была. Перед директорской дверью возникло почтительное минутное замешательство. И одному из сотрудников удалось выведать тайну жесткого журналистского вопроса. Кстати, Митя, а что такое медиагруппа «Объектив»? Медиагруппа – это уникальная организация, где много всего интересного, главное, где много новостей, и где ты чувствуешь, вот, каждый день... Есть два похожих брата. Он обманывает на самом деле. Нет. Он не такой серьезный, каким хочется прикинуться. Владик, отойдите. Святая святых, куда заказан вход всем посторонним, в отличие, например, от директорского кабинета, это монтажная комната. После выпуска новостей здесь уж точно делать нечего. Вернула к жизни всю аппаратуру четкое распоряжение. Позовите кто-нибудь Виталика, пусть он пульт хотя бы включит и понажимает на кнопочку. Операторская, она же комната отдыха, оказалась совершенно пустой. И прикрикнуть было не на кого, поскольку один оператор готовился к завтрашней утренней съемке с Митей, оставшиеся 2 работали опять-таки на Митю. Я могу, на самом деле, да. Вот раз, и так и кнопочку нажать в нужном месте. На интернетчиков кричать вообще не принято. Это единственные люди, которые делают то, что остальным совершенно не под силу. Фиг вам! Здесь рекомендации, как для Шарикова. Молчать и слушать. Плюс немножко польстить. Пацаны прикололись. Отлично, отлично. Самыми сложными и ответственными оказались массовые съемки в коридорах. Сцена движения по замыслу режиссера должна быть красивой, активной, осмысленной и передавать рабочую атмосферу. Для участия в массовке из комнат были вызваны все сотрудники, включая директора. Тишина в студии. Все заняли исходные позиции. Те, кто идет туда, раз. Те, кто идет туда, два. Товарищи в кабинетах, приготовились. Когда я думал над тем, как вообще делать этот сюжет, самый больший кайф я испытал от того, что я понял, вот когда я буду делать этот сюжет, у меня не будет проблем с интервью. Я потому что все свои, и любое интервью, какое я захочу, как режиссер-постановщик, у меня будет. Потому что я говорю, ребята, ну, ё-моё, для своих надо. О чем можно с ними говорить, Слава? О чем с вами можно говорить? Я вас попрошу птичку нашу не обижать. Инна Москвина, Сергей Алексеев, медиагруппа «Объектив».